Перед началом данного ролика хотелось бы сказать, что я добавляю абсолютно всех в друзья ВКонтакте. Йоу, новый герой, и это очень интересно. Новое испытание, я попытаюсь, конечно, пройти это испытание с первой попытки. У меня два аккаунта. Буду говорить вместо Супера. Вроде и не колдун, но и не лучник, стреляет магической стрелой, пронзающей и наносящей урон всем врагам на своем пути, никакого мошенничества, а сплошное волшебство. Да, я Google Баба Ауе, детка. Йоу, итак, всем привет. Так, будем открывать этого красавчика. Вот. И на этом, как бы ни странно, звук оборвался. Вот, я скажу мое впечатление после видео. Так, ну, короче, я выбил этого магического лучника, и я очень был доволен. Сразу пошел открывать сундук 12 побед. Вот. Конечно, очень много времени прошло. Вот, просто я ленивая жопа и не добавил это видео. Хотя я мог бы добавить, когда его выбил. Кстати, я его вбил. Вон, видите? Красивый такой. Так. Но он очень слабый. И он умирает от буквально яда обычного. Не знаю, от запа он получает 1/3 урона. Но я пишу, типа, что там пишу? Выбил магического, да, лучника его напишу. Окей, поделиться давай, нажимай. Окей. Добавил и говорю, типа, вот, ура, ебой. Вот. Случайно нажал на вот этот видео, вроде как-то называется для монтажа. Короче, смотрите бой, как я, значит, победил последним в бою. Значит, 11-я победа. Хотя я обычно думал, что я сейчас проебу и вообще солью каточку и, блин. Вот, я так думал. И, ну, затащил, короче, да, затащил. Самое главное, что затащил. Вот. Конечно, на втором аккаунте, не на первом аккаунте. Вот. Так, ну, тут пошло, понаехало, поставили, значит, трех мушкетеров, но я затащил, как видите, раз заморозил. Так, ну, у меня маленький экранчик, так что я толком ничего не вижу. Так, на маленьком экранчике смотрю, точнее, на видеоредакторе. Вот. Так что, да. Ну, я ставлю, значит, голема, вроде как, если не ошибаюсь. Да, вот я его держу. Ставлю этого голема. И потом наш противник, конечно, сглупил, потому что зря он поставил кладбище. Вот это, я забыл, легендарное заклинание. Вот, очень зря, потому что я его убил трех мушкетеров практически. Нет, одно осталось, конечно. Так, ну я плачу. Ну, кстати, я думал, что я проиграю, потому что, ну, у меня колода очень плохая. А у него, как видите, даже очень-очень хороший, потому что спокойно может затащить. Но он как-то не может законтрить тупо этого голема, хотя этого голема, мне кажется, законтрить где-то всего лишь поставить этих трех мушкетеров не в серединку, а где-то, не знаю, с края. Потому что у меня, как видите, заклинаний толком нету, кроме стрел и хила. А хил вообще тут, ну, ничем не поможет. Вот так. Ну все, я его затащил, я угораю. Спасибо, говорю, что вот ты мне дал этого магического лучника. Вот. Раз, и все. Вот я досмотрел. Значит, ну я был очень рад. Ну ладно, на этом я буду прощаться. Самое главное, что я магического этого лучника выбил. Ну и на этом я буду прощаться. Если понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.